Устраивайтесь поудобнее, друзья, ведь впереди как минимум 90 минут захватывающего действия. Комментировать этот матч для вас будут Константин Генич и, как вы уже догадались, мой коллега Георгий Черданцев. Маккарти. Передача головой. Мяч по-прежнему у них. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Потерял он мяч, но кому он достанется? Разгадали замысел соперника они и завладели мячом. Вот мяча из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Отличный удар. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Это может быть опасно. Отличный пас. Вот как надо играть в защите. Дос Сантос. Отличное взаимопонимание. И пробил. Аут. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? Шакири. Дембеле. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. И это еще не конец. Может быть, атака еще продолжится. Фарфан. Мотта. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Хороший пас во фланг. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. И как опасно пробил. Есть шанс выйти вперед. Защитник подальше от ворот выносит мяч. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Может получиться интересная атака. Тудья позволяет продолжить. С такими защитниками забить будет нелегко. Защита справляется. Итак, у нас аут. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Обратный пас очень быстро сыграл. Это может быть опасно. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? А вот это уж отличный сейв вратаря.
Фарфан. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Шакири. Как он пошел пас, можно обострять. За боковую выбивает мяч защитник. Вот это удар! Угловой. Мяч летит в центр штрафной. Не получается с первого раза у защиты выбить мяч. Еще чуть-чуть и был бы гол. Выбивает мяч защитник. Подача, чей мяч будет? Вынос, мяч не задержался в штрафной. Пока неплохо. Сыграно-то точно, а вот стоило. Дош Санту Шавейру. Вратарь намертво забирает мяч. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Мяч на боковой линии. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Нужно забивать и выходить вперед! Открыть счет в этом матче, и сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Ну как так можно давать играть? Это же просто расстрел какой-то на месте. Да, это потеря концентрации. А чем еще можно объяснить вот такую вальяжность в действиях защиты? Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Маккарти. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Да, бездарно упущенный момент. Ну ничего, думаю, его после матча ждет очень непринужденный и веселый разговор с тренером. Хозяева выигрывают, а игроки и болельщики гостей все чаще обращают внимание арбитра на затяжки времени. Но это абсолютно ожидаемо и логично. Хозяевам спешить некуда. Им нужно сохранить преимущество до конца матча. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Заканчивается. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Прошла. Где же удар? И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Мячу уже просто некуда было деваться. Чтобы не попасть с такого расстояния, надо было очень сильно постараться. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Маккарти. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Это может быть опасно. Момент! Забивай! Ирик
защитника прямо в ворота. И еще один мяч влетает в ворота. Разрыв растет. И не скажешь, что это все не по делу. По-моему, голкипер отсутствует просто как класс. Да, сегодня действительно в воротах пустое место. Как бы грубо это ни звучало. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Ну и выносить мяч надо. Маккарти попадает под прессинг. Может получиться интересная атака. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Фарфан. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тут много силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Вот это да! Отлично сыграно. Дос Сантос. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Ударище просто. Выше ворот. Пошли последние полчаса игры. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар. Какой сейв. Вратарь творит чудеса. Команда готовится подать угловой. Мяч летит в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Торопился уйти в отрыв футболист вне игры. Арбитр на бровке поднимает флажок и фиксирует положение вне игры. Фертонген. Джерард. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Отлично сыграно, надо решать. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Это может быть опасно. Да, бывает и такое, но с другой стороны не очень понятно, чем же можно объяснить такое преимущество одной из команд. Да, весьма неожиданное начало. Одна из команд просто оказалась не готова к началу встречи. Это шанс! Забивай! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Угловой удар назначает арбитр. Медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Смелее действовать нужно! Может быть интересно. И это гол! После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. И продолжают забивать и забивать. Дается. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Очередной точный пас в его исполнении. Дембеле. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока.
Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Шакири. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Маккарти. Тут его накрывают. Свисток штрафной. Шакири. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. В этой атаке оборону пройти не удалось. Есть шанс развернуть контратаку. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Какой сейф, а? Ну вот, может быть, теперь он начнет тащить. До этого эпизода все было как-то очень грустно. Ну, знаешь, давай пока не будем торопиться с оценками. Смотрим дальше. Выбитой позиции игрок. Потащил один удар, но может быть и второй. Джерард. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Может получиться интересная атака. Шакири. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. И матч завершен.